Всем привет, друзья! Вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру под названием Hills of Steel. Поехали на босса. Возьмем наш танк. Крутяцкий танк. О, у нас пустыни, ребята. Это не очень хорошо. Пустыни. Ой-ой-ой-ой, шапку с меня снял. Да, ё-моё, гад. На! Ух ты, еще живой, что ли, а? Вертолетчик, вонючка. Есть, вертолета уничтожили. Теперь от этого надо уничтожить. На, получай. Так, один раз меня попал, а? Это вообще нормально? Нормальное явление или нет? Раз. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Так, он сейчас будет назад ехать. Истребитель этот. Нам в него надо попасть. Где он там? Нету. Фиг его знает. Уехал, когда он приедет, не знаю. Ладно, нам сейчас не до него. Поехали мы, ребятушки, дальше. Вот здесь, может быть, постоять, покараулить кого-нибудь, нет? Нифига. Вот здесь будет танк ехать. Вот он, первый танк наш. На! Щелкнули. Вертолетчика щелкнули. Никого нету, да, больше? Ладно, едем дальше. Едем дальше аккуратненько. Тут у нас куча будет вертолетчиков всяких. Так, этого сейчас щелкнем. Да не надо мне твоих вонючих пирожков. Вонючие пирожки у меня покидал. Со взрывчаткой. Ребята. Опа! Как же мне тебя щелкнуть-то, гада, а? Как же ты неожиданно появляешься все время. И я тебя не могу заметить. Так, вертолетчик, ладно. Ух ты! Ух ты, ух ты! На! Гаденыш. Так, вертолет. Да ё-моё. Иди сюда. Получи. Фашист, гранату. Давай подлечимся сразу. Немножко подлечились. Кто у нас здесь будет? О, опять эта вонючка едет. Так, как она меня достала, смотри, а. А, только подлечились, ребята. Ладно, здесь надо быстро все делать. Мне кажется, надо спешить. Потому что... Я не знаю, по какому алгоритму летает этот... Стрекозел. Вот, опять, смотри, видишь, летит. Я не знаю, в чем прикол. Как он так летает. Но это очень нехорошо. Опять летит, смотри. Вообще нормальное явление или нет? Два раза прилетел сюда. Ё-моё, как же они тут неудобно встали. Ладно, будем стрелять уже куда попадет. Есть, красного уничтожили. Так, вот этого теперь. Опа, отлично. Отлично, ребята, мне нужен босс. Мне нужен, ребята, босс. Пока я босса не уничтожу. Ничего хорошего. На, тебе два раза надо, да, стрелять? Тебе одного мало выстрела? Вот этого, вот этому один выстрел достаточно было. Так, скоро босс, ребята, последний танк остался. Либо танк, либо вертолет будет. Лучше пусть будет танк. Да, танк, нормально все. Пусть будет танк. На! Есть, отлично. А босс у нас на танке. О, дружочек, кнут. Это легко. Легкий ты, гад. А может и не легкий. Смотря как ты будешь сейчас стрелять. А, вонючками будешь стрелять. Нафиг надо, ребята. Нехороший босс. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какие здесь... Эти холмы большие. Я теперь не знаю, как его ловить, этого босса. Он там застрял, походу, где-то, и все. Ладно, сейчас посмотрим. На этом холме он застрял. На! Отлично. Так, главное, чтобы он не стрелял. Я, может быть, тут стану как-нибудь. На холмик. Или, может быть, на вот этот заеду. Так, мимо. Ох, есть попадание. Давай, сейчас подъедет. Мы его щелкнем. Да где он там? Ты где там, босяра? Есть. Вот, и начал стрелять. Смотри, какая, а? Крыса. На, получай. Все, уничтожили мы его. Босса этого. А монеток мало здесь получаем. Но нам главное не монетки, нам главное звездочки, ребята. Вот, видишь, мы получили
Что мы получили? Давайте откроем, посмотрим, что же в коробочке. А, в коробочке, ребята, кобра. Улучшение и монетки. Монеток мало? Это очень мало, ребятушки. Ладно, давайте еще попробуем. А, крушитель луны. Давайте выберем титана. На титане пойдем. К сожалению, у нас в сундуках ничего не выпало. Но мы отправляемся дальше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Вы что такие активные сегодня? Инопланетяне. На, еще один удар. Держи. Он так это носиком так крутил, как будто, знаешь, был очень похож на какого-то жука. Или типа комарика какого-то похож был. На. Еще, подожди, не стреляй. На, еще. Да что ж у меня так перезаряжается долго, ребята, а? Титан, что ж так долго-то все? Перезарядка-то. Целая вечность. Целая вечность. Опа! На! Стоять долго нельзя на одном месте. Ты пока ждешь перезарядку, тебя шлепают. Шлепают конкретно. А им не хватает одного удара, им нужно два. Так, немножко подлечимся. К сожалению, может быть, даже мы не пройдем на Титане. Не знаю. Ага, едет, чувак. Ну, так у них перезарядка, ты видел? Чуху. Только так. А мне медленно. Чух-чух. Как же их победить-то, а? Мне нужно срочно это еще одну звезду заработать. Нифига себе, если я вот я в джунглях победил, ребята. Вот что вы мне можете противостоять? Я в джунглях победил. А джунгли, ребята, это еще сложнее, чем вот здесь, на Луне. Там вертолеты летают. А здесь, какие вертолеты? Ничего нету здесь. Вот он едет, смотри. На! Ой-о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 й, разошелся. К сожалению. Так, ладно, едем. А сколько здесь? По одной монете дают, да, за убийство танка? А ну дай посмотрим. Раз, выстрел. Да, одну монетку дают. Ё-моё, могли бы раскошелиться 5 монеток дать. Но здесь якобы ты за звезды играешь. Поэтому столько монет мало и дают. А, 2700 монет. Даже если 3000, это мало, надо нам 5000, представляешь? 5000, чтобы карту джунглей открыть. Вот спрашиваются, нужны нам эти карты джунглей или нет? Да ё-моё, я стоял просто, и меня они гасили. Надо постоянно отходить. Потому что стоять на одном месте опасно. Есть. Ой, не знаю, есть ли смысл дальше-то и продолжать играть. О, да, босс. Ёлки-палки, кто-то там. Кнут. Блин, как же тебя уничтожить, а, кнута, а? Кнутика. Да, один удар кнута, и все, я мертвый. А давай, пожалуйста, блин. Мог бы я его убить, может быть. Давайте используем эти три штучки. Так, давай, быстренько залечимся. Убьем танка. Да, три кристалла я использовал. Ну, пришлось, ребята, пришлось. Чтобы уничтожить этого босса. Получили звезду. А, давайте попробуем дальше. Поиграем. Вдруг победим. Лето. Ну, в принципе, лето это такой достаточно-таки легкий уровень. Так, а почему я тебя с одного удара-то не уничтожил, а? И смотри, уже здоровья у меня сколько мало. Какое-то читерство получается. В том плане, что... Меня уничтожают легко. Так, а у меня с одного выстрела не убиваются танки. Как так может быть? Ладно, сейчас попробуем, подождите, ребята. Может и выиграем. Так, здесь напрямую прям вот не очень комфортно так. Холмов нету. Опа, на, держи. Еще, давайте подлечимся сразу. Ремкомплект еще слабый, капец.
Ремкомплектик слабенький. Опа! На! Подожди. Все. Второй такой же самый, ребята. Ну. Или не такой. Да что-то у вас много здесь. Нет, 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 нет. Мне это не нравится. Мне это совершенно не нравится. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Сколько у тебя подарков-то, а? На, получай. Так, второй. Такой же самый, саригат. Есть, уничтожили. Так, до звезды у нас еще далеко. Как до Китая пешком. Как до Китая пешком, ребятушки. Так, сейчас они будут. Сейчас тут будут танки. Вот, едет уже первый. На. Тут должно быть много танков. А где вы все танки, алло? Ну, не может быть, что один танк стоял. О, еще монеты, прикинь. Это не характерно для этой местности. Сейчас каждый полметра монеты ложить. Вот они танки, ребята. Есть. Уничтожили мы этого чувака. И... Опа, еще один. Да вот сколько там? Еще один стреляющий. На. Тихо, тихо. Получай. Так, мы приближаемся к звезде. Еще немножко осталось, надеюсь. О, еще один танк, наверное, скорее всего, и будет босс. У нас, в принципе, есть хорошие шансы победить. Неплохие причем. Так что... О, едет, едет, едет. Давай мы его отсюда. На, готов. А вот и босс. Вот и босс едет, Легион. На. Еще и текуча надо. Ой-о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 й, какие у тебя нехорошие были. Блин, третий удар, и мы его снесли. Снесли с него башню. 51 доллар. 51 монетка. И у нас еще одна. И у нас еще один, ребят, сундук. Давайте его откроем, посмотрим, что же там. Ага, кобру улучшили всего лишь. А, кобра напалм. Блин, жалко мне. Я хотел бы, конечно же, новый какой-нибудь танк открыть. Ну, это будем завтра играть. Мы обязательно откроем новые танки. Ну, а на этом будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, обязательно поставьте лайки. И подпишитесь, пожалуйста, на канал, чтобы не пропустить новые серии, новые ролики. Всем пока-пока.